Всем привет, дорогие друзья. Ну что, продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Я не знаю, деньги, наверное, не будем пока собирать. Давай глянем, что у нас здесь. Раджазавр будет еще выводиться 3 дня. Так, кстати, нам нужно, наверное, с тобой быстренько сделать 3 ускорения, чтобы выполнить задание. Сейчас мы с тобой это сделаем быстренько. Так, вывести. Ускоряем, забираем. Так, и последний. Аланка. Ну, давай сделаем вот так вот. Фиксим. Так, забираем здесь награду. И моды. Пойдем соберем моды по-быренькому. За еду, как всегда. Блин, у нас, кстати, с тобой хавчик-то кончается. Чарли обычные моды. И выпадает нам здесь единство. Давай дальше. Наверное, как всегда, опять единство. Потому что они обычно в паре всегда делают нам. Нет, выпадает кровожадность. Ну что же, окей. Так, забираем. Принять PvP участие и сразиться в кайнозойской эре тремя разными животными. Так, ребят, ну что, продолжаем наши битвы. Битвы на арене. Так, поехали. Мы с тобой находимся в Лиге Охотников. Лига Охотников. Так, что нам взять-то туда? Я даже не знаю пока. Ну, давай попробуем. Возьму Полозуха, Тиранодона и Спинозавра. Не слишком ли маленьких я взял, а? На Лигу Охотников-то. Да. Тут уже вовсю легендарные карты. А я тут со своим шифпотребом пришел, называется. Так, ну что? Возьму бонус. Интересно, он будет атаковать меня или нет? Или он переключится? А как мне вот этого ханурика бомбить? Я что-то даже и ума не приложу. Давай я вот так вот сделаю. И бонус. Угу. Сейчас он 100% будет брать летуна. Вот этого. И этот летун, скорее всего, меня и ушатает. А может быть, возьмет. Угу. Так. Интересно. Ну, давай я вот так вот сделаю. Че, бомбим? Раз-два. Раз-два. Две защитки взял. Красавчик. Ну что, ты будешь менять? 100% сейчас поменяет вот на этого. И этот меня ушатает. Наверное, так оно и будет выглядеть. Я думал, будет намного больше атака. Окей. Ну что там у нас получается? Птеранодон. Раз, два, три. Давай 4 сделаем. И вот так. Хватит, чтобы его уничтожить? Наверное, нет. Ух, хватило. Так, смотрим. Орнитохейрус. 143 к атаке. Ну что, ему придется слить 3. 3 атаки в меня, да? Он 4 сливает. Нафиг он это делает, я не понимаю, ребят. Хотя уже понимаю, кажется. Угу. Если мы меняем с тобой вот на этого парня, сможем ли мы ушатать его? Ну, друзья мои, я надеюсь, вы поняли, да? Что игра у меня вылетела в процессе поединка. То есть мне не засчитали победу. И, соответственно, мои динозаврики здесь в откате.
Да, другого я даже не ожидал. Но зато я знаю теперь, что нам нужно брать с тобой довольно сильных динозавров. И начнем, пожалуй-ка мы, наверное, с Таникалагриуса. Нет, возьму, наверное, Нундагозавра. Возьму Диплотатора. И 100% будет Летун. Возьму Анкилодока. Давай смотреть, кто против нас тут сейчас будет выпендриваться. Слушай, зачем? Блин, зачем я взял? Хотя, ладно, нормально. Литронакс. Против Нундагозавра. Слушай, мы его с удара вынесем сейчас. Бумс. А сейчас посмотрим, насколько хороший этот парень. 149 к атаке у него идет. Ну, он мне здесь ничего не сделает. Абсолютно. Так что эта победа уже будет за нами, 100%, я тебе говорю. Ну давай я сделаю так же. Я возьму два бонусных очка. Так, у него три. Ну что ты сделаешь? Ведь ничего не сможешь сделать. Абсолютно. Решил атаковать. Ну что, это дело его. Так, сколько мне нужно? Раз, два. Давай проверим. Да, мы ушатываем Пеликаниптерикса. И выходит Карнораптор. Вот Карнораптор, это Велоцираптор плюс Карнотавр, насколько я понимаю, да? И вот получается такой гибрид. Мне достаточно сколько? Двух ударов, и ему крышка. Но я буду сливать все, потому что куда мне еще? Больше мне никуда не пригодится. Ну, как-то так. Хотелось бы, конечно, Нундагозавра прокачать до 40 уровня. Вот это было бы круто, на самом деле. Ну, ты сам видел, сколько стоит у них ДНК. Так, покажите мне, пожалуйста, куда мы переместимся. В охотники. Вот так вот медленное продвижение у нас идет. Лига охотников. Дайте мне нормальную, шикарную награду, пожалуйста. Все вот около, да? Но не то, что нужно. Так, подожди-ка, я вот здесь вот еще гляну. Велоцираптор. Эволюция не прошла, к сожалению, пока. Продолжаем. Так, и тут у нас... Ага, вот здесь все отлично. Давай-ка мы его прокачаем до 20 уровня. Замечательно. Чего? Значок собран? А с кем он гибрид делается? Слушай-ка, с Рампхорн. Но у нас нету, да? Да и у Найзавра этого тоже нету. Нужно что нам, ну, завершить схватку 56 уровня. Птеранодон у нас 52-м. Так, кто это у нас там? Ихтиостега на 50-м. Астафрикозавр доступен в особом событии. Терезинозавр тоже в особом событии. Ну тут, короче, так. Диморфодон в особом событии. Что за особое событие? Кентрозавр, горгозавр. В общем, все это можно, ребята, получать. Но единственное, что в разных событиях. Так, о, он сбегай уже. Достало это слушать. Ну что, продолжаем наши битвы на арене. Я хочу получить вот этот пак. Твою ж налево. Арамбургиана, ёпрсты. Ну хочется мне получить вот этого летуна. Так, ну что, друзья, давайте продолжать. Берем
Я возьму алангозавра. Нет, сделаем не так. Возьмем эдиоморфодона, алангозавра и уэрхозавра. Посмотрим, что против нас здесь поставят. Сейчас, наверное. Угу. Кетсу, Тодзю и Птернодона. Ну, что-то вообще как-то легеньких влепили. Ну что, погнали. На 405 атака. 131 хп у него остается. Но Кетси здесь, по-моему, ловить нечего. Абсолютно. Поменять он может, конечно, на Тодзи. Но он не стал этого делать. Давай смотреть. 4. 4 очка действия, да? Угу. Вот так он решил сделать. А мы делаем с тобой следующее. Один удар. Раз, два. Раз, два. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой, что это я... А что это я лопухнулся-то? У него уже было 4 очка действия, да? Ну, допустим. Угу. Не тут-то было. Раз, два. Раз, два, раз, два. Вот так вот, везде по двоечке. Все, ему крышка. Ну что, выходит Тодзи. Тодзиангозавр. Ну и что ты будешь делать? Атакует. Ну что, уничтожаем его. Поехали. Так, и появляется Птернодон 9 уровня. Ну, Птернодон, конечно, меня ушатает. Ну, а дальше мой алангозавр его просто в щепки разнесет. Прощай, эдиоморфодон. Славно ты дрался. Ну что, алангозавр, давай его рвать, как тузи-грелку. Угу. Все. Ну, победа, друзья. Интересно, а алангозавр был такой на самом деле динозавр или нет? Или это такие уже придумки? Ну, далеко, я думаю, мы не улетим. Вообще, вообще, еле-еле двигаемся. Итак, ну, да чтоб те, ну вы... Трындец, ребята, вы увидели, да? Два пака было по бокам, и мне дали денежку. Денежку мне дали, блин. Твою налево. Ну, давай вот так вот попробуем. Такую команду взял. Эдиоморфодон, Таниколагриус и Стегоцератос. Кто там против нас? Афекамим, Гриппозух и Кентрозавр. Блин. Угу. Но я даже не знаю. Давай вот так вот сделаем. Что он будет делать? Интересно не знать. Атаковать? Нет, атаковать он не стал. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Проверим. Стегоцератопс меняет.
и атакует. Ну что, пора с ним распрощаться. Вот с этим вот, да? Раз, два, три, четыре. Бонус. Пока. Афия Камим появляется второго уровня. Смотрим, что он будет тут делать. Будет он атаковать или будет все-таки копить? Один удар. Два в копилочку ложит, верно? Верно. Значит, нам нужно с тобой 4 удара сделать. И вот так. Кентрозавр. Ну тут нам, конечно, крышка. Тут он уже нас добьет. Ну а дальше ты сам понимаешь, то Николагриус его просто разорвет. Так как это хищник, и у него превосходство перед травоядными. Пока, стегоцератопс. Будем по тебе скучать. Ну а этот, естественно, сейчас просто, я не знаю, что из него сделать. Отбивную. На тебе. Ну что, прекрасно. Прекрасно получилось. И мы двигаемся с тобой дальше. Опять у нас там код 19 загорелся. Почему мы так мало с тобой продвигаемся? Я не могу никак понять вот этого. Вообще еле-еле. Дайте мне хотя бы за труды, мы хоть раз пак, ё-моё. Да какой там пак, вот, ну хотя бы 600 ДНК. Ну что, берем топиелозавра. Нет, наверное, мы сделаем тропиогоптера для начала возьмем. Тираннозавра и... Ну и кого? Эрликозавра взять, что ли? Он наверняка возьмет рептилию. Птеродактиля взять, может быть. Давай птеродактиля возьмем. Будут два летающих и один хищник. О, как раз кулазовый диплотатор под моих летунов. Ой, как хорошо зайдет. Вот здесь только не очень хорошо заходит. Давай возьмем бонус. Но если он сейчас две атаки пронесет, сделает, по-моему, трэп. Но он не стал, да? Твою налево, рискнуть или не рискнуть, я не знаю, ребят. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Что он придумает, а? Нам, по-моему, крышка, да? Нет. Нет, он все слил. Значит, делаем следующее. Раз, два. Раз, два, раз. Пока. Тарбозавр. Выходит несчастный кулазух. Сделать он ничего здесь не сможет. Поверь мне. Ну, что ты там дергаешься, как этот? Все. Что, выносим его? Вот так вот. Две защитки все-таки поставил. Хорошо. Да что ты будешь делать, а? По-моему, нам пора вот так вот сделать. Накопил, да? Накопил. Ну ладно, давай посмотрим. Все сливает. Глупее я ничего не видел. Ладно.
Я думаю, вот так вот ему все будет ясно. Диплотатор. Ну что, диплотатор, что будешь делать? Ничего, тогда мы тебя уничтожаем. Пока. Твоя защита тебе не поможет. Ну что, великолепно. Хорош, 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 тут уже распрыгался на своих лапках. Прыгает причем тогда, да? Как балеринка. Так, с 80-го места мы перемещаемся. Вот, на 62-го уже побыстрее пошло как-то у нас движение. И опять еда. Блин, у меня уже динозавров скоро не останется. Берем топиелозавра. Наверное, возьму сфенокадуна и эрликозавра. Вот такая вот у меня командочка получается. Опачки, анкилодок, мейнгозавр и триагоптер. Да, против диплодока это не очень хорошо, ребят. Тут, наверное, придется вот так вот делать. Сфинокаду набрать. А вообще лучше, конечно, взять эрликозавра, на самом деле. Ну что, проминаем тогда, получается, да? Раз, два, три. Давай я все солью, наверное. Да, ему крышка. Так, выходит мейнгозавр. Ну, он, что тут? 80 к атаке. Это смешно. Если он возьмет тропиогоптера, то да, скорее всего, меня сможет подбить. Но опять же, все сольет. Ну чё, раз, два, три, четыре. Бонус. Крышка? Ну что, вот и мейнгозавр. Зато очень много у него очков действий. Но зато 80 атаки. То есть топиелозавр, да, и эрликозавр у меня просто так отсидели. Ну кто вот мог подумать, что одним динозавром можно здесь разбомбить врага. Так бы сколько я сэкономил, да? Сколько бы еще можно было бы поединков сделать, сыграть? Ну, видишь, ты же не можешь знать этого наперед. Давай посмотрим, 62-я позиция была, становится 37-я. Угу, загадочный пак. Деньги, деньги, еда. Фонтан. Ну что, у нас еще есть там с кем и чем подраться? Давай возьму Таниколагриуса. Аметрия Кантозавра возьму и, наверное, Унезавра. Попробуем. Посмотрим, что у нас здесь против нас будет выставляться. Ох, как хорошо, друзья мои. Под моих хищничков выставили травоядничков. Это мы удачно попали. Разносим, конечно же. Тут даже не обдумывается ничего. И он уже, наверное, прекрасно понял, что да, попал. Попал конкретно. Ну и чё ты?
ничего не стал делать. Давай я вот так вот сделаю. Хочешь меня продамажить? Ну давай, дамаж. Ну все, ребят, пора его уничтожать. Ничего не стал делать. Погнали. Угу. 6. Он опять ничего не стал делать, да? Раз, два, три, четыре, пять. Давай так вот сделаю. Посмотрим. Эрликозавр, у него еще меньше атака, 71. Интересно, если он 8 сольет, он сможет меня подбить? Мне кажется, вряд ли. Но тут же еще бонус накручивается. Сейчас проверим. Как, блин, прям как Фредди Крюгер. Нет, друзья мои, не получилось у него ни шиша. Поэтому уничтожаем. Прекрасно. А прикинь бы, у меня были бы хищники, а он бы, например, бы взял бы трех рептилий. Тогда бы я тут просто бы отдуплился, вот и все. Рандом, ребята, элементарный рандом. 27 место. Ну дай соточку-то. Так, ну что, я так понимаю, у нас, наверное, последний сейчас будет поединок. Потому что все уже отыграты. Возьмем астафрикозавра. Пеликанептерикса, что ли, взять? Или... Ну да, возьмем, наверное, его. И возьмем диплотатора. Хотя лучше диплотатор взять первым. А астафрикозавра ставить последним. Да, друзья мои, последний поединок у нас. Ну что, смотрим, кого против нас выставят. Акантостега, пару зарлов и паразавр. Жаль, конечно, сразу не уничтожим. Допустим. Угу, все-таки решил две атаки сделать, да? Поехали. Разнесли в хламину этого акантостегу. Выходит пара зурлов. Ну, тут, наверное, можно взять, в принципе, астафрикозавра. И все, и пойдут дела в гору. Как ты считаешь? Ну что, все сольем? Давай, наверное, все солью, посмотрим. Да, крышка ему. Минус пара зурлов. И выходит паразавр. Ну, может, конечно, меня подбить. Да. Три атаки если сделать, то, скорее всего, меня сметут. А он сливает все. Ну что, тогда мы, наверное, сделаем вот так вот. Мой ход, окей, окей. Мой ход, смотри. У тебя был выбор. Пока. Но ты им не воспользовался. Все, ребята, прошли.
Ну что, забираем свою последнюю награду. Двенадцатая позиция. И... ну, $10 дали. Мелочь, а приятно. Так, ну что, теперь нам нужно с тобой сыграть ПВП-шку в Канайзуйскую. Раз, два, три. Чего такое, не понял. Раз, два, три. Слушай, а у меня мамонт всего один, да? Один. Было бы два, можно было бы 20 уровня сделать. Ух ты. Дипротодон, энтелодон. Так, ходит противник первым. Ну, 260 это, конечно, дофига для меня. Давай вот так вот сделаем. Ну что? Давай, дипротодон, ходи, делай что-нибудь. Ничегошеньки не стал, да? Там либо он защиту взял. Блин, у него их два. Этих дипротодона. Давай так вот сделаем. Ну ходи давай, ё-моё. Вот так вот он, значит, сделал, да? Так, сколько нам нужно? Три атаки. Сделаем четыре, на всякий случай. Поехали. Да, минус. Энтеладон. Ну, энтеладон может нас сейчас шваркнуть, если честно. Вырубил. Ну, ему крышка. Этому энтеладону. Нам достаточно одного удара. Раз, два. Давай так сделаем, все слив. Ой-ой-ой-ой-ой, что это я так лопухнулся-то? Меняет. Сменил, все, молодец. Пора тебе выносить к чертовой бабушке, достал уже. Пока. О, роднулька, явился, не запылился. Да все, 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 тебе крышка, ты тут можешь даже не думать. Мне нравится, как он берет землю, да, эти валуны. На тебе. В лицо. Ну что, здесь тоже у нас победа. Забираем наши ежедневки. Приз любителя. Деньги. И выпадает мне 5625 монет. Забираем здесь награды. Наши ежедневные. Так, пак. $35 и 400 ДНК. Ну, неплохо, я тебе скажу. Плюс 95 очков доверий. Так, здесь пускай идет эволюция. Может быть, здесь кого-то нам поставить, нет? Так, кстати, надо здесь забрать наградушку нашу. Так, ладно, деньги это потом. Кого мы можем поставить выводиться? У нас новых-то динозавров, по-моему, нету, насколько я помню.
Но мы можем сделать немножко по-другому. Так, этот у нас прокачан. Прокачан. Так, а у тебя есть пара? Есть. О, давай вот докозавра как раз выведем. Что здесь можно еще? Подожди секундочку. Например, заходим сюда и смотрим докозавр. Так, а это что у нас тут? Плюсик, это значит эволюцию можно сделать, да? Доли. Кстати, нужно будет скрещивать их. И я, наверное, так и сделаю. Начать эволюцию, ну а почему бы и нет? Пускай эволюционирует потихоньку. Так, а вот у тебя есть напарничек? Сколько? 25 тысяч. 27 тысяч. Да откуда же мне столько янтаря-то взять? Это просто нереально столько. Может быть... Не, ну когда у тебя будет там армия, потом динозавров, может быть тогда, но не сейчас. Кого мне еще хотелось бы вывести? Давай посмотрим. Может быть ДНК, кстати, да. Давай-ка мы посмотрим по нашим гибридам. Алангозавр мне не нужен. Диплотатора, может быть, а? Или нондогозавра? Остальные все такие, блин, анкилодок пока 10 тысяч стоит, представляешь? 10 тысяч ДНК он стоит, самый крупный. Может быть, два пеликанептерикса? Давай, наверное, два пеликанептерикса с тобой выведем. Потом сделаем из него гибрид. Ну, не гибрид, а еще прокачаем его. Вот так вот. Выводится он быстро, всего лишь почти полтора часа, так что нормально. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.